Для меня не круто, с утра на отходосах. Сейчас такая мода, девочки выпивают так много. Я с виду обычная, не подаю лишнего кипиша. И только друзья знают, как со мной сносит крышу. Небо затянуло тучами, и новые задачи появляются от случая к случаю. Решаю быстро, не отходя от перрона. А у каждого своя дорога. И что там дальше? Что там дальше по сценарию? Где этот автор, что это все написал? Вот куча вопросов. Он что, пьяный был, когда писал сюжет моей молодости? И что там дальше? Что там дальше по сценарию? Где этот автор, что это все написал? Вот куча вопросов. Он что, пьяный был, когда писал сюжет моей молодости? Да я не грущу, меня почти все устраивает. И так скользя иду, падаю, опять встаю. И где бы найти джина, хочу три желания. Ведь на моем сердце уже не один шрам. И как-то это все меня не останавливает. Пока бьется мое сердце, ни за что не сдамся. И как-то это все меня не останавливает. Пока бьется сердце, я ни за что не сдамся. И что там дальше? Что там дальше по сценарию? Где этот автор, что это все написал? Вот куча вопросов. Он что, пьяный был, когда писал сюжет моей молодости? И что там дальше? Что там дальше по сценарию? Где этот автор, что это все написал? Вот куча вопросов. Он что, пьяный был, когда писал сюжет моей молодости? Главное просто ни о чем сильно не париться, не позволять эмоциям управлять над разумом. Да ведь все со временем наладится, но нервные клетки, они не восстанавливаются.